плюшевые медведи, собаки, зайцы. Игрушки, что еще недавно жили в счастливых барнаульских семьях, скоро окажутся в руках у тех, чье детство совпало со свистом пули, разрывами снарядов. Акцию по сбору игрушек для детей Донбасса организовал фонд «Защитники Отечества». В краевой столице она прошла уже во второй раз в рамках концерта «Точка невозврата». Наверное, было больше сотни игрушек, маленьких, больших, конструкторов, развивающих игр. И мы даже не знали, как их увозить. Я сделал два рейса, чтобы доставить это все в фонд, уложить. Поэтому действительно отклик был очень большой, и очень много игрушек принесли неравнодушные барнаульцы. В поддержку детей Донбасса со сцены барнаульского ДК звучали авторские стихи и песни. Некоторые из них написали сами школьники. Забота о наших детях, которые там находятся, они все наши, потому что они тоже наши, будем говорить, и по национальностям наши, и по духу наши близкие. И, наверное, указать надо внимание, чтобы они почувствовали поддержку. И где-то мы ими восхищаемся за их мужество, за их героизм, что они научились даже в таких условиях, будем говорить, жить. И чем-то даже подают нам в некотором смысле пример. Анара Шагирова, Вадим Быстревский. День с толком.